Площадь воинской славы. Здесь, в день 79-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, начинается торжественный митинг. Мы этой памяти верны. В Брянской области есть чем гордиться. Более 200 тысяч наших земляков сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Более 16 тысяч жителей награждены высокими правительственными наградами. В память о тех, кто не вернулся с войны, цветы к подножию стелы воинской славы. Почетные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны локальных и военных конфликтов. В знак величия подвига героев на площадь вносят флаг Российской Федерации, флаг Брянской области и копию Знамени Победы. Митинг объединил все поколения. Более того, в этот день с нами вместе города-побратимы – Минск, Гомель, Сухум, Владимир, Смоленск, Москва. Молодежные делегации из Донецкой и Луганской народных республик. К гостям и жителям Брянска обращаются руководители города и области. На этот день всегда будет почитаемым и уважаемым среди нашего народа. Потому что этот день – это символ мужества и чести, доблести и отваги, подвига и самопожертвования. Этот день памяти и скорби. Дорогие ветераны, мы говорим всем вам огромное русское спасибо за тот подвиг, который вы совершили во имя нас, ныне живущих, за мощь и величие родной страны, за то, что вы не только победили, не только прошли тяжелейшими дорогами войны, но и послевоенное время в холоде и голоде восстанавливали разрушенные города и селы, разрушенные предприятия, нашу экономику, строили сильное и мощное государство. Потому что ваш пример служения своему народу, своей стране дает нам веру и уверенность. Великую, могучую, непобедимую и единую Россию. Наши ребята, как когда-то деды и прадеды, встали за правду, выступив против фашизма. Ведь у нас, в нашем народе, есть память о прошлом. И есть четкое понимание, что допустить повторение событий той страшной войны нельзя. Этой памятью мы сильны и едины. 17 сентября – это особая дата, которая стала символом мужества, силы духа и отваги наших солдат и офицеров, профессионализма полководцев. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чья жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед подвигом ветеранов, вернувшихся с полей сражений и тех, кто ковал победу в тылу. Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники. И наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм. Сегодня наш Брянск восхищает и вдохновляет. Он стал местом силы и особой энергетики для наших жителей и гостей нашего города. Вся эта красота – это новые дороги, красивые дома, детские сады, школы, спортивные объекты – заслуга наших людей. Своим созидательным трудом, любовью и заботой вы вносите огромный вклад в благополучие и процветание нашего любимого города. В Брянск приехал народный артист России, наш земляк Михаил Кабанов. Он посчитал важным именно сейчас вспомнить строки из стихотворения Пушкина. Победа! Сердцу сладкий час! Россия! Встань и возвышайся! Греми восторгов! Общий глаз! Память героев жива, их подвиги не забыты. Молодое поколение чтит и берет пример с тех, кто сражался за родную землю. Цветы к стеле воинской славы возлагают делегации городов-побратимов, руководители экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Брянск», делегации воинских частей.